Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада приветствовать вас в клубе Алексея Козлова. Очень приятно видеть достаточно большое количество народа. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Для тех, кто, может быть, не в курсе или забыл, я все-таки напомню, что сегодня вы находитесь на благотворительном концерте в поддержку детского приюта в небольшой африканской деревушке. Немного слов о том, как меня судьба столкнула с этим приютом и о самом приюте, собственно. Мы путешествовали по Африке, ну, играли там, вот, в частности, с Львом Слепнером и с Таней Шишковой. Я их представлю вам чуть-чуть попозже. Вот. И попросили организовать нам какую-то поездку в какую-то интересную деревушку, деревню. И нас отвезли в деревню, и там оказался приют, вот, в который нас привезли. И нам провели небольшую экскурсию, показали, как там живут дети. Электричества в этом приюте нету совсем. Готовят они на камень, там такой большой камень, в нем выемка, кладут туда дрова, и, в общем, ну, вот так вот, как по старинке на этом готовят. Освещаются свечами. Спят детки на таких сколоченных из грубых, неотесанных досок нарах и двухэтажных. И некоторым приходится даже подвое спать, потому что, в общем-то, средств не хватает на то, чтобы построить, как-то что-то соорудить большее. Детей там 15, приют частный, государственной поддержки нету, и, в общем-то, все там буквально силами 2-3 человек это делается. Детей находят чуть ли там не в полях, подбирают их где-то, как-то забирают себе. Нищета совершенно страшная. Я с таким никогда не сталкивался нигде. Ну, просто наверняка у нас тоже в России есть это. Я думаю, ну просто мне в жизни вот такой картины больше не доводилось увидеть, какую я видел там. Вот, и после этой экскурсии мы немного подумали и пришли к выводу, что наилучшим способом, наверное, помочь деткам будет именно организовать вот такой вот концерт. Вот, поэтому еще раз огромное вам спасибо за то, что вы помогаете, за то, что вы в этом участвуете. Сегодня, я уверен, я обещаю вам, что будет замечательный вечер. Перед вами выступит 3 коллектива, поэтому наберитесь терпения. Я уверен, что вам все понравится. Вот. И, в общем-то, на этом все. Не буду больше отнимать время. Пусть все говорит музыка. И я думаю, во-первых, я представляю первый коллектив. Это «Маримба Плюс». Пожалуйста, приветствуйте. И лидер коллектива Лев Слепнер, я передаю с удовольствием микрофон ему, и я думаю, он тоже скажет пару слов. Спасибо большое. Дамы и господа, добрый вечер. Я присоединяюсь к Андрею и ко всем словам, которые он уже сказал об этом приюте. Мне же, вы знаете, запомнилось только одно, что при вот этой абсолютно тотальной нищете, то есть, ну, когда совсем ничего нет, и просто вот каждый, кто чем может, там, немножко помогает, этим самым детишки выживают, в принципе. Но вот их ментальность, то есть их абсолютно солнечное состояние, их улыбки и их желание вообще в жизни меня, конечно, вот настолько поразили. Это, наверное, самое удивительное на свете, когда ребенок, при том, что у него ничего нет, он счастлив. Он счастлив, у него горят глаза, он тебя видит, он улыбается. И, вы знаете, я сейчас тоже счастлив, что мы таким образом можем им помочь. И я бы очень хотел, чтобы, в принципе, такие концерты продолжались, чтобы музыканты помогали, кому мы можем, потому что мы в состоянии это делать. Спасибо вам огромное. Thank you.
следующую композицию мы хотели бы посвятить именно Африке, и она так и называется «Афро-бит», «Африканский бит». Fama que se tu na pintura, mas a pouco que não.
Следующую композицию мы хотели бы посвятить Индии. Звучит она на хинди. Называется она «Маримба Чалан». Походка в стиле маримбы. Thank you.
Шишкова, вокал. Сергей Намкин, кларнет, бассет, горн, вокал. Алекс Глушков, гитара. Наша ритм секция. Евгений Ярин, бас-гитара. И Александр Артем Фетисов, барабан. Он же Александр. Следующая композиция называется «Иерусалим». Thank you.
Дамы и господа, вам нас слышно хорошо? Да. Все инструменты слышно нормально? Да. Не слышу? Да. Нам вас просто что-то не очень слышно. Итак, следующая композиция называется Eastern Market, Восточный базар. Thank you.
Сейчас будет небольшой технический перерыв. Мы уберем наши инструменты, и Андрей будет готов играть для вас. Спасибо. Thank you.
Спасибо огромное. Итак, мы продолжаем. Мы начали наше выступление с моей авторской композиции, которая называется «Лестница», и продолжим опять же моей авторской композиции, которая называется «Красиво». У меня огромная просьба, если вам нравится наша музыка и нравится, что мы здесь делаем все, то не стесняйтесь как можно чаще давать нам об этом знать вашими бурными аплодисментами. По любому поводу, не стесняйтесь, пожалуйста, не держите это в себе, не подумайте, что кто-то вас как на вас посмотрит или еще что-то такое. Если вам нравится, пожалуйста, аплодируйте, нам это необходимо. Спасибо.
Thank you.
Большое спасибо. Мы продолжим с композицией Алексея Бейкера, которая называется «Последний танец». Thank you.
прекрасную балладу Антона Ревнюка, нашего контрабасиста, которая называется «Для Стаса». Она посвящена одному замечательному саксофонисту Стасу Григорьеву, которого вот уже несколько лет нет с нами. Thank you.
Я с удовольствием представлю музыкантов. Алевтина Полякова, тромбон. Алексей Беккер, клавишный. Антон Ильнюк, контрабас. Саша Машин, барабаны. Спасибо огромное. Мы завершим наш блок этого концерта композицией Алевтины Поляковой, которая называется Solar Wind. Солнечный ветер. Спасибо. Thank you.
Саша, Маша, меня зовут Андрей Красильников, спасибо вам огромное. Напоминаю всем, что вы находитесь на благотворительном концерте «Помощь детского приюта в Африке». Это значит, что все средства, которые вы потратили сегодня на билеты, будут переданы в этот приют. И все мы, кто здесь собрался сегодня, оказываем им действительно неоценимую помощь. Давайте поаплодируем сами себе, пожалуйста. Спасибо вам огромное, это очень ценно. Еще есть такой момент. Какое-то время будет проходить официант и нести такую гитару. Акустическую, наверное, я так понимаю. В которую можно будет положить еще какую-то денежку, если вы чувствуете, что хотите это сделать и можете это позволить себе. Еще раз спасибо вам огромное. На этом наше выступление, нашего коллектива закончено, но наш концерт продолжается, и через буквально небольшую пересмену, через минут 10, к вам выйдет коллектив под названием AM Project. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Спасибо большое. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Захарин, бас. Егор Путилов, гитара. Данил Федоров, саксофон. И Мару Казарян, клавиши. Спасибо. Ай Григорян. Спасибо огромное за то, что вы все сегодня пришли, поддержали нас в этом благом деле. Давайте продолжим это, сделаем из этого традицию. Я уверен, что это будет замечательное начало серии концертов, наверное. В общем, следите за анонсами в Фейсбуке, и мы дальше уже будем думать все-таки больше о России. Искать в России подобные приюты и устраивать в их поддержку такие вечера. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо большое.